Каждый собственник жилья в многоквартирном доме Десногорска имеет на руках договор с управляющей компанией. В нем прописан перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общедомового имущества. Это уборка в подъездах, содержание и обслуживание лифтов, внутридомового инженерного оборудования, сбор и вывоз ТБО, содержание придомовых территорий и многое другое. Однако в плату за содержание и ремонт помещений не включены услуги по ремонту коммуникаций и сетей в квартирах собственников. Это уже дополнительные услуги. Их комбинат коммунальных предприятий осуществлял за отдельную плату. И вот пару месяцев назад десногорцы в своих квитках обнаружили объявление о том, что с 1 июля 2018 года оказание платных услуг населению прекращено. Многих озадачило, что это значит. Неужели город остался без основной управляющей компании? Кто теперь будет создавать уют во дворах и домах? Те услуги, которые МОП ККП оказывает как управляющая компания, в соответствии с перечнем работы услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, оказывала и будет оказывать. То есть МОП ККП как управляющая компания работает и будет работать, а дополнительные платные услуги не будет оказывать. В связи с тем, что МУП ККП заключил контракт со сторонней организацией по обслуживанию и текущему ремонту общедомовых систем инженерного оборудования, на предприятии проведена оптимизация рабочих мест. И проводить электротехнические и сантехнические работы попросту некому. Теперь их выполнять будет другое предприятие по договору. Соответственно, и оказывать платные услуги такого характера комбинат не может. Однако рынок услуг в этом направлении в городе достаточно велик, и у десногорцев не должно возникнуть никаких проблем. В экстренных случаях всегда можно позвонить в аварийную диспетчерскую службу по телефону 722-24, и вам непременно подскажут, куда обратиться или направят специалиста из контрактной организации. Ни одно обращение жителей не останется без ответа.